Всем доброе утро. Вот нахожусь в гараже. У нас сегодня суббота. Включил свое отопление, а там как попер дымяра. Вот, смотрите. Короче, не знаю, или холодно было, или слишком много туда дизеля закачал. Короче, она минут 5 дымела, теперь все нормально. Все теперь четко. Вот, не дымит, все это, люк открыл, чтобы выходила эта вся гадость на улицу. Ну так что перегоняем гольф назад, чтобы побольше места было впереди работать, ставить передние обвесы. Ну поехали. Наверное, все думали, что буду красить серебряной краской, но нет. Я полностью перекрашивать тоже не собирался. Как вы знаете, бюджет вообще не тянет на это. Поэтому вот, смотрите. Покрасил я в черный цвет. Тоже, кстати, оригинальный Volkswagen цвет какой-то. Я не знаю, я уже забыл. XT, Ernte Smith XT, там что-то какой-то цвет. Короче, это черный металлик и синим оттеночком. Короче, там перламутровый цвет внутри. Короче, он красиво блестит на солнце, выглядит очень классно. Поэтому у меня такая идея в голове, это поставить все черное, потом часть обтягивать пленкой, делать ее как бы трех-четырехцветная. В таком гоночном стиле, короче, я хотел. Но вы, наверное, еще не можете представить, что я имею в виду. Короче, все увидите, ждите. Просто серебряный цвет не хотел красить, потому что это мне скучно. Это вариант самый такой простой был бы, но это и самый скучный вариант, я считаю. Я вообще хотел еще вот этот тоже покрасить в черный, но, блин, он по бюджету не идет. Поэтому максимально 2000, и это уже все. Это максимум. Там, потому что я еще хотел ее чипануть, диски поставить. Кстати, диски я уже заказал. Так, вот сейчас смотрите, картиночка появится сейчас, смотрите. Вот такие. Короче, я многие диски, которые по бюджету подходят, я их в Instagram ставил. Вы проголосовали за двух дисков, одни 73%, один 78%. Два диска, которые им понравились. К сожалению, тот один диск я не смог взять, потому что я начал спрашивать насчет квалитета, а квалитет был хреновый. И мне сказали, лучше их не брать. Поэтому я взял второй вариант. Заказал я 19 размера, очень здоровый. Продавец мне сказал, такие большие он еще не продавал на 5-й гольф. Так что будем смотреть, подходит нам по крыльям, не подходит. В крайнем случае придется крылья растягивать для тюфа, ну для ТО. А то их не запишешь в книжку. Как я говорил, здесь Германия, здесь все надо вписывать. Это, короче, посмотрим. Но пока их нету, ждем. Поэтому за диски я отдал 865 евро. Это, можно сказать, одна из самых дешевых дисков 19 размера. Дешевле у нас просто не возьмешь. Даже попользованные от частных лиц, где я вот последний раз показывал вам страничку, я искал, нету. Или они побитые все, поцарапаны и хотят все равно 500-600 евро. Или хотят 900 000 евро, это тоже не вариант. Так можно уже и новый взять. Вот поэтому так заказал. Бюджет еще влазит. Короче, вот как я говорил, диски это, наверное, самое дорогое. Как раз хватает еще чипануть ее и все. Не стоит сейчас обсуждать полностью, не полностью красить, полностью пленкой обтягивать. Просто в бюджет не влезает, все. А как вы знаете, этот гольф, это не мой главный проект, это так, вот. Надо сделать ее, потому что мне на следующий год, как говорил, надо машина с фаркопом. Поэтому, чтобы стильно немножко ездить, я ее решил так быстро прокачать. Поэтому хватит базарить, начинаем делать. Надеюсь, все подойдет. Но, я думаю, будет проблема, наверное. Начинаем с крыльев. Кстати, я это крыло до сих пор, блин, не снял. Все вот некогда. Начинаем тогда.
Так, все-таки уже стало здесь жарко, разделся. Левое крыло встало очень хорошо. Короче, линия ровненькая, все подходит. Здесь все подогнал. Тоже все совпадает. Здесь вот все прекрасно, все классно. Я доволен. Теперь бы мордочка еще так хорошо подошла. Я думаю, блин, будет возни. Но бампер хорошо меня помучил. Ну, как сказать, он снизу, например, все пункты, где прикручивается он. Вот где старые было вот это. Он подошел, ну, один к одному. Все классно. Но другие пункты, как вот здесь, например, здесь она до сих пор так немножко вот как... слегка так выпуклая. Ну, в глаза не бросается, так не так сильно, но ну, не нравится мне так. Не заходит и все. Хоть ты тресни, я уже и туда-сюда, но, блин, все. Ладно. Здесь все подходит по фарам, все классно. Но проблема в них. Это сейчас просто так стоит, она не прикручена. Поэтому она еще так более-менее подходит. Если прикрутишь, она вот так как-то стоит. Здесь такая дырища. И вот это плохо встает. Потому что она упирается от вот это. Короче, не подходит. Я не знаю здесь. Наверное, вот эти какие-то левые. Например, здесь. Вот эти я же заказывал. С ними были вот такие. Вот разница, видите, да? У нее они выглядят вот эти лучше, которые с бампером были. И они здесь открытые. И здесь она вот так как выпуклая, а там вот так. Поэтому они подходят к ним. Но мне больше вот эти нравятся. Они так закрыты. И охлаждение лучше так. Поэтому вот я не знаю, бюджет на новые уже, можно сказать, нету. Придется, не знаю, что-то думать. Посмотрим. Просто я думаю, закажу сейчас новые вот такие, а они тоже не подойдут. Тогда вообще будет. Поэтому я не знаю, как. Посплю одну ночь, и может на следующий день какая-то идея придет. Посмотрим. Может что-то можно там подрезать как-то, не знаю, посмотрим. Поэтому сегодня хватит. Выглядит уже круто. Так что еще фолию буду обклеивать. Что, конечно, не думайте, все так останется. Посмотрим. У меня пару идей есть хороших. Получится? Нет, ни разу не фолировал. Это для меня премьера будет. А так, в принципе, осталось немного. Жду теперь. Вот на следующей неделе должны прийти диски. Будет классно. Я уже не могу дождаться. Потом вот эти тоже еще не встали. Потому что это... видно, для омывания этих стекол, если ксеноны стоят, придется их заклеивать. Клея нету, поэтому вот такие мелочи еще остаются на следующей неделе. Или на этой неделе, как-то смотря, когда видос я этот сделаю.
как я говорил, это не мой главный проект, это так, как я говорил, его надо просто сделать просто таким интересным гольфом, чтобы он такой скучный не был. Вот и все. Конечно, можно было там много чего на нем сделать, переделать, вообще там, но я не хочу заниматься, у меня там красавица стоит на улице. Кстати, я в Инстаграм уже фотку поставил нового проекта. Но здесь я еще не буду говорить. Насчет этого выйдет специальный видос, где я там все объясню, покажу, какие там у меня планы. Мне там уже, блин, охота. Поэтому здесь я заморачиваться сильно не хочу. Делаем так, как есть. Кстати, вот покрасчик мне здесь. Я вот заметил, когда ставил, здесь вот... Вот какая-то фигня. Некрасиво. Я его, кстати, спросил. Я ему говорю, ты что такое там? Вот эти стороны там недокрашенные вообще. Как покрашено, там как старое видно. Он такой, а я там и не красил. Я говорю, как ты не красил? А я всегда так бампера крашу. Он короче, так. Говорит, я крашу вот так, а здесь я так он напыляет, чтобы переход к нему был. Ну, конечно, это он хорошо подумал, но он мог бы посмотреть, если здесь такие царапины и такие протертые места, то пусть лучше до конца делает. Мне тогда лучше пусть разница в краске, чем вот такое. Но я ему сказал, так что он мне это переделает. Но как уже машина будет на ходу, не сейчас. Времени нету туда-сюда гонять. Но это такое вот, такое меня взбесило немножко. Платишь 140 евро, он еще даже вот такое не дает. Да блин, душа, ну что такое, а? Кстати, я там все нормально покрасил. Я до каждого здесь уголок просматривал, ничего не нашел. Единственное, там пару мусора было здесь, а еще где-то какое-то место. А так, все чисто, все классно. Он даже немножко заполировал. Так что насчет этого он молодец, все нормально сделал. Но и дорого это было, дорого. Ну ладно, так что все, хватит, начинаю немножко убираться. Сегодня суббота, немножко отдохнуть тоже надо. Хотя для меня это и отдых еще какой, но надо и тоже с семьей время проводить, это важно очень. Поэтому хватит на сегодня, немножко убираемся. Кстати, уже 490 подписчиков, круто, блин. Не ожидал, что так быстро пойдет. Так что всем еще раз каждому подписчику спасибо. До следующего раза и всем пока. Smoking loud.